столице, если все наши дома. Итак, 11 дом. Есть 11 дом. Здесь 11 дом. 10 дом. Там же. 9 дом. Хорошо. 8 дом. 7 дом. Окей. 6 дом. 5 дом. 4. Очень сильно. 4 дом здесь есть.
горе, как, знаете? Что так вяло? Супер темп! Встречаем! Ее название никто и не вспомнит, за множество легенд о ней живы в памяти предков. Одной из таких легенд мы бы хотели с вами поделиться. Жители планеты той жили в мире и согласии. Они относились друг к другу с уважением и пониманием. Никогда не обижали они друг друга, ни животных, ни даже мурашки. Но наступили темные времена. На планету пробрался вирус зла. Рассказывали, что сначала люди начали косо смотреть, перестали здороваться и желать хорошего дня. Затем они стали соперничать друг с другом и разделили планету на множество мелких кусочков, которые разлетелись по всему миру и космосу. И долгое время на этой планете не было человека, который мог бы улыбнуться ближе и бескорыстно. Сделать для него что-нибудь хорошее, однако появился он. Но его имени история уже не вспомнит. Он был честен, умен, силен, всегда отвечал людям добром. Подобные люди стали чаще и чаще появляться. Жилось им трудно, ведь приходилось скрывать свою доброту, натуру от сил зла. Однако благодаря тому, что они объединились, им удалось сбежать, и поселились они на 11 планетах. Десятая из них называлась Супертерр. Ее жители объединяли, чтобы победить зло, а главное и окружение, добро и чистое сердце. Так и появились наши герои. Храбрые, смелые, бескорыстные, а самое главное – добрые. Встречаем их на сцене. Аплодисменты. Теперь сама я пою, теперь сама летаю.
цепочку. И следующий у нас на нашу сцену выходит дом под номером... Очень тихо, еще раз. Дом под номером... 9! Конечно же, дом под номером 9, а их название «Мотыльки». Итак, только под ваши бурные овации встречаем дом номер 9. Их звали Человек Добро, также известен как Дом.
человек не улыбался, и никто не мог понять, что произошло, пока не появился он, тот, кто не знает, что такое добро, любовь, мир. Его звали Разрушитель миров. У него не было никогда настоящей дружбы, уважения к другим, но он в принципе не мог познать, что такое любить. За пару часов до. Давайте еще тише, еще тише, еще тише. Пятый дом, еще тише. И такую групповую тишину мы держим во время всех выступлений, понятно? Итак, встречаем седьмой дом! В один город, где они сталкиваются с незнакомыми людьми и новыми вызовами. Но, как оказывается, у всех есть общая цель – защищать добро и своих друзей. Сначала они были чужими друг для друга, не знали, как себя вести,
но вскоре поняли, что их объединяет. Но сейчас только начало их приключений, так как им придется столкнуться с различными миссиями, требующими от них мастерства и мужества. Вместе они проходят через перепады настроения, испытания и веселые моменты. Но самое главное, они становятся друзьями, которые всегда будут поддерживать друг друга. Ребята учатся жить вместе, уважать друг друга и беречь свою дружбу, одновременно боясь за добро и своих близких. Аплодисменты! Пришли маленькие гномики.
ребят немножко постарше, наш пятый дом. У пятого дома название «Созвездие». Еще раз попрошу очень внимательно меня послушать. Во время мероприятия мы ведем себя очень тихо. Вы очень сильно мешаете выступающим. Ребята, давайте сделаем тишину. Еще. Спасибо. Итак, давайте очень-очень-очень-очень громко поаплодируем пятому дому. Встречайте, четвертый дом. Избавленный.
времен древнего вам появились королевства дома. В одном из них уже очень давно шли войны и сражения за место, за трон. За трон. Данный дом так и прозвали «Дом войн». Но однажды слухи разошлись и до мирного дома Миры, которые решили покончить с войнами. Король созвал свое войско, и направились они в дом войны. Шли они долго, долго шли, и, наконец, добрались, показав им, что все можно решить мирным путем. Подняли мечи и выбрали короля. Дом войны поблагодарил народ мира, и отныне закрепилось за ними звание миротворцев, которые защищают все дома от войн и разрух. Thank you.
ребят. Итак, завершающим в нашей битве будет ПО-1-2. А кто помнит, как они называются? Дружные соседи, конечно же. Итак, давайте у нас последний дом еще ярче, еще громче им поаплодируем. Давайте, давайте. Еще, еще, еще. Да. Вы устали? Вы хотите спать? Давайте встречаем дом по номерам 1-2. Добрый вечер всем. У нас легенда про чудеса. Однажды вечером ребята сидели на поляне сказок. И вдруг одна девочка спросила: ребята, а вы верите в чудеса? Хорошо бы, чтобы все сказочные герои на этой поляне ожили и сказали: мы выполним одно ваше самое заветное желание. Все сразу стали мечтать о своих желаниях. И вдруг сказочные герои зашевелились и предложили всем исполнить их желание. Всего одно, но зато самое заветное. И тогда все ребята, как один, пожелали вернуться в лагерь «Волна». Сказочные герои сказали: хорошо, только вы должны очень, очень сильно верить в это. Потом ребят позвали вожатая готовиться ко сну. На следующее утро ребята рассказали друзьям из другого дома о том, что произошло с ними. Но все не поверили и стали смеяться над ними. Тогда наши друзья решили доказать, что это правда. И повели всех их на поляну сказок. Но, к сожалению, сказочные герои не ожили. И тогда один мальчик сказал: чтобы ожили сказочные герои, нужно очень сильно верить в чудеса. Через год наши герои, которые верили в чудеса, вновь встретились в лагере «Волна». Так, ребята, это про нас. Небо все в звездах красивых лиц. Мы бесконечны, мы без границ. Пусть эти звуки управляют нами. Руки, но головами. Музыка летит за нами. Руки, но головами. Музыка летит за нами. Начинает выходить пятая.